под Краснодаром точно так же. Беседку накрывает вот такая же Изабелла. Она и по консистенции, и по вкусу ровно один в один. Только разница в том, что мы сейчас не под Краснодаром, а под Коломной. А винограда здесь гораздо больше. На участке Владимира Михайловича видов 10, и все крупные, мясистые, что называется, сортовые. История уникального виноградника началась полтора десятка лет назад. Даже не с мечты, просто с идеи и наблюдения. Танцор Бальник просто смотрел на любимую ягоду. Ну, мы 15 лет назад посадили. Я долго жил в разных странах и смотрю, везде продаются виноградные кубики с виноградом. Привез сюда, посадил. Все на меня смотрели, Миша, получше мире я полусумасшедший. Сумасшедший, да. Они пошли. Кстати, большим подарком стал и никому не интересный кусок земли. Склон, на котором толком ничего не вырастить, а вот винограду прям в пору. Когда мы говорим о склонах холмов, южный или юго-восточный, когда речь идет о винограде, мы все-таки имеем в виду Францию или Испанию. Здесь, в Подмосковье, у хозяина участка уклон на юго-восток в 17 градусов. И сельскохозяйственная математика говорит нам о чем? Что 1 градус дает 100 километров движения на юг. То есть наклон 17 градусов располагает температурно этот участок где-то под Севастополем. Естественно, мы решили разузнать секреты, а их толком и не оказалось. Такой виноградник может вырастить каждый. Склон – вещь необязательная. На равнине тоже можно. Главное – прикрыть виноград от ветра и сквозняков. Высаживать в 20 сантиметрах друг от друга, посынковать, но для начала определиться с сортом. В Подмосковье лучше высаживать виноград ранние, сверхранние и среднеранние. У нас даже есть виноград, который созревает 17 июля, невеста. Да, тепла в области немного, хотя это лето выдалось жарким. Солнца для белых сортов вин и ягоды хватает более чем. Также важна подкормка. Тут готовят свою из ботвы и чернозема, которую складывают в специальную бочку и перерабатывают. Помогают в этом черви. Тут сидят червяки, старатель, которые никуда не убегают. И вот у меня получается вермо-чай. Вот собирается. Это ценнейший продукт. 1 к 10, и любой навоз отдыхает. Селекционер уверяет, вопрос только в желании. Соседи, что наблюдают за его хозяйством, до сих пор не верят, что это возможно, хотя им предлагалось перенять опыт. Что ж, глядя на стройные ряды лозы, прям есть ощущение, что год-два и стихи есть три винные столицы. Шампань, Тамань и Луховицы станет реальностью. Что же до остального участка? Он словно иллюстрация того, что вырастить можно что угодно и где угодно. Томаты. Их тоже высажено неимоверное количество сортов. Причем таких, которые в магазинах найти невозможно. Семена семейная пара ищет через интернет и адаптирует под местные условия. Но даже не это удивило привыкшего ко всему меня. Мы выращиваем сорта не только винограда. Шелковицы крупнейшие мы привезли из Турции. Хурма, финики, бананы. Бананы мексиканские, только не такие. И вы знаете, это не похвальба, а говорит о том, что вот показать людям результат. Ребята, у вас у всех полный чаш изобилия. Не когда-то в будущем, а сегодня, вот сейчас. Я просто хочу напомнить, что мы находимся в Луховицком районе Подмосковья. И знаете, судя по тому, что мы еще нашли там голубику и бруснику и кучу всего такого, чем хвастается обычно юг, становится понятно, что вопрос урожая только в желании и готовности его получить. Дмитрий Степанищев, Максим Косниченко, Екатерина Бутовская, Новости 360.